друзья, вы на канале «Гостях у Алисы и Егора». Мы сегодня будем делать соковый челлендж. Привет-привет, друзья, да. Вы на канале «Гостях у Алисы и Егора». И Алиса с Егором сегодня будут соковый челлендж делать, да? Да, а мы сначала Алиса нам сделает фруктовый челлендж. Она покажет вам фотографии и расскажет, что это за ягодки. И покажет, это вишня. И положит каждую фотографию напротив каждого сока. Нет. Так, Алиса, ты показывай фотографию и складывай. Тыква. Ну ты покажи нам, мы же не видели. Вот. Егор, тогда покажи. Тыква. Молодец. Сюда. Тыквенный сюда, сок. Сюда. Нет, Егор не угадал, Алиса угадала. Показывай дальше Алисе нам фотографию. Ня-ня. А, это морковь. Алиса, показывай дальше нам фотографию. Виноград. Стой. Ну показывай. Показывай виноград. Так, виноград. И Алиса правильно угадала. Напротив виноградного сока ложит. Ну просто рядом ложи. Дальше показывай нам, что там. Что там? Что вишня. Это? Вишня, правильно. И Алиса ложит напротив вишневого сока. Дальше показывай. Молодец, Алиса пока все угадывает. Дальше показывай, Алиса, что так, это? Черника. Черника. Ну покажи нам чернику, вот. Мы же не видим. Вот, черника. И Алиса нашла черничный сок. Так, дальше показывай, что там, Алиса, дальше что показывай? Шовый. Ну так покажи, мы же не видели. Вот. Так мы не видели, покажи нам эту фотографию. Вот, груша, да. И Алиса нашла сок из груши. Дальше что там? Показывай, 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 да. Алиса, показывай. Морковка. Так ты покажи нам, чтобы мы видели. Морковка. Алиса нашла морковный сок. Дальше показывай нам. Что это? Шиповник. Шиповник. Алиса нашла шиповник. Сок из шиповника. И последнюю фотографию показывай нам. Что там? Тут вот. Алиса, показывай нам, яблочко. Что там. Яблочко. Так ну ты тут, покажи нам яблочко. Ну тут везде яблочко. Яблочко. Еще тут яблочко. И, ну все, Алиса, садись. Молодец! Алиса сделала фруктовый челлендж и угадала все соки, из чего они. Сок яблоко виноград, сок тыква, сок яблоко черника, сок яблоко вишня, сок яблочный, сок из морковки, сок из груши и сок из яблока и шиповника. И теперь Егор у нас будет угадывать вкус каждого из соков, да? У меня есть очки. Так, сейчас мы поменяем, так, чтобы Егор, как бы это, он же запомнил, как бутылочки, мы поменяли, да? Я тут. Так, подожди, Алиса, сейчас Егор будет пробовать. Ну давай, Егор, бери. Алиса подает Егору бутылочку. Егор, подожди, из скольки глотков ты угадаешь этот напиток? Да, из двух. А Егор угадает этот напиток из двух глотков, а я угадаю из одного. Кто меньше? Я могу. Из одного. Так, Егор угадывает из одного глотка. Я буду тебе говорить, что это виноградный. Хорошо. Яблочный виноградный. Молодец! Егор угадал виноградный напиток. Так, давай. Алиса, забирай у него. Ставь. Ставь двумя ручками. Так, давай Егору дальше. Следующую бутылочку. Так, Егор в такой маске, которую сделал сам. Так. Не подсматривай, не подсматривай. А, вот трубочку не может попасть. Ну ты по пальцам. Так, подожди, подожди. Из скольки глотков ты угадаешь этот напиток? Так. А? Ну, наверное, из одного. Тут тоже, потому что... Ну давай. Я пробовал. Из одного глотка Егор угадает этот напиток. Один глоток. Это тыква. Тыква. Егор не очень любит тыкву. Алиса, забирай у него тыкву и ставь. Егор не очень любит тыкву, поэтому он сразу узнал сок из тыквы. Дальше Алиса, да, подавай. Да, я беру тыкву. Да, ну все, ну пускай стоит. Дальше Алиса, а подавай. Я беру тыкву. Не, пускай стоит, пускай. Дальше подавай Егору следующий сок. Где? Из скольки глотков ты угадаешь этот сок? Этот сок я угадаю из двух глотков Егор угадает этот сок. Не подсматривай. Тише, Алиса, ты не подсказывай. Егор угадает этот сок из двух глотков. А Алиса знает, что это за сок, да? Ну-ка. Что это? Это яблочно. Ну, яблочно, понятно. А с чем он? Черник. Черника! Егор угадал! Молодец! Так, ну интересно, Егор пока без проигрыша угадывает. Ну-ка, следующий сок. Этот сок ты из скольки глотков угадаешь? Этот сок? Да. На
Из двух глотков Егор угадает этот сок. Ну давай, угадывай. Угу. Это, наверное... Так, ну-ка, интересно. Какой это сок? А, это был один глоток, сейчас второй. А, один? Ну, из двух он рассказал. Так, сейчас я не угадаю. Угадал Егора! Четыре сока подряд угадал. Алиса, помоги Егору поставить и давай ему следующий сок. Егор пока все хорошо проходит. Егор хорошо проходит угадывание. Челлендж у нас так. И этот сок ты из скольки нот угадаешь? Ой, нот. Из каких глотков ты угадаешь этот сок? Да подожди. Это самый трудный сок. Из двух глотков Егор угадает этот сок. Ну давай, угадывай. Да, потом как ты думаешь, Алиса угадает Егор или нет? Это яблоко. Одно яблоко еще. Одно яблоко. Угадал опять Егор. Молодец. Алиса, давай ему следующий сок. Ну вот этот самый сложный, наверное, сок. Вот этот Егор не угадает. Из скольки глотков ты угадаешь этот сок? Наверное. Из двух глотков Егор этот сок собрался угадать. Ну давай, угадывай. Тыква. Тыква, не подсказывай. Так. Это не тыква, но уже ужасно. Это морковь. Морковь. Егор угадал морковь. Тоже Егору не очень морковный сок нравится. Осталось два сока. Егор пока все угадывает. Ну давай, Сик. А этот сок ты из скольки глотков угадаешь? Из двух. Егор так быстро все угадывает. Ну давай, угадывай. А у меня очки пока танцуют. А у Алисы очки пока танцуют. Раз. Два. Так, это груша. Груша. Молодец, Егор, угадал сок из груши. И последний сок остался. Ну вот этот самый сложный сок. Этот Егор, наверное, не отгадает последний сок. Из скольки ты глотков его угадаешь, а, Егор? Из одного. Из одного? Ну давай. Вот этот сок у нас. Посмотрим, как Егор угадает из одного, да? Ну-ка. Алиса, как ты думаешь, угадает или нет? Нет. Нет? Я тоже думаю, тут есть яблоко. Ну, яблоко понятно. Там яблоко во многих присутствует. А второй компонент? Шиповник. Шиповник. Егор отгадал все соки. Молодец. Похлопаем Егору. Я принес 1 000 000 рублей. Так. Молодец. Ну, теперь Алиса, одевай свои очки. Ну и что? Она же читать все равно не умеет. И давай, подавай ей сок. Ну, по картинке. Только чтобы она картинку не видела, подавай ей сок. И пускай Алиса отгадывает. Посмотрим, как Алиса отгадает. Ну-ка, какой это сок Алиса будет пробовать, а? Яблоко. Яблоко, Алиса, молодец, точно угадала. Молодец, Алиса. Ну, ставь его на место, ну, там пускай стоит. Так, следующий сок. Так. Так, Алиса, ну давай, угадывай. Может, этот сок Алиса и не очень любит? Ну, посмотрим, угадает. Морковка! Ее. Морковка! Молодец! Алиса угадала! Здорово! Здорово! Так, молодец. Два сока Алиса уже угадала из 8. Следующий сок. Темненький такой. Подсказка маленькая. Синенькие ягодки такие. Яблоко с черникой. Молодец! Яблоко с черникой. Как это ты так угадываешь? Ты что, вкус черники, что ли, знаешь? Когда ты чернику кушала? Сегодня. Сегодня? Молодец. Так, следующий сок. Ну-ка, Алиса угадывает. Что это за сок? Красненькие маленькие ягодки такие. Красные маленькие ягодки. На покушение начинаются. Шиповник. Молодец, так, Алиса это, тоже это угадала. Нет. Ты подсказал, так я что? Я ей не подсказывал. Ты подсказывал. А потому что на букву Ш тоже есть еще другие, может, там вкусы. Но из нашего это одна буква Ш. Ну одна... и что? Так что это не считается? Она из 4 угадала 3. Нет, она хотела сказать, папа просто поторопился. Нет. Следующий сок Алиса сейчас будет угадывать. Это что?
Что за сок? Ну попробуй, Алиса, еще. Тебе можно больше глоточков сделать. Груша! Груша! Молодец! Алиса, угадай. Я не подсказывал. Да, ты подсказывал. Нет. Нет, ты сейчас как... Нет. Да, ты как говорил с Питером. Я ей говорил, Алиса, угадывай. Нет. А она угадала Грушу. Нет. Ладно, давай, давай, ты следующий сок давай. Вот ты вот так говоришь. Так, она пяти... следующий, Алиса сок угадывает. То есть она из пяти угадала, то есть она из пяти угадала только трипка. Так, это что за сок? Этот Алиса быстро назовет. Виноград! Виноград! А молодец! Что, кроме винограда, там ну, еще... надо, чтобы основной вкус, который... Понятно, что там яблоко? Это ты знаешь, она же маленькая. Так, еще два сока осталось Алисе. Ну давай, Алиса тоже молодец, да? Здорово угадывает. Ну-ка, давай. Так, из шести она угадала четыре. Ну это очень хорошо. Черника! Не черника. Ну-ка еще раз угадай. Из шести четыре. Черника с яблокой. Нет, это не черника с яблокой. Еще раз, третья попытка. Красненькие ягодки такие. Которые мы ели в Анапе. Красные ягодки с черникой. Нет, это... Нет, не подсказывай. Ты подсказал. Егор выиграл у нас какой? Соковый челлендж. Алиса? Все. Алиса все челленджи выиграла. И фруктовый по фотографиям, да, по картинкам разложила. А мой нет. Так, ну что, понравился вам соковый челлендж? Да. Да? Здорово? Вот, я придумал. Понравились вам соки? Да. А какой сок вам не понравился? Тыква и морковка. Тыква и морковка вам не очень понравился. А больше всего сок какой понравился? Вот этот. Мне. Вот этот. Яблочный и грушевый Алисе понравился. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Ставьте палец вверх за победу Алисы и Егора. Оставляйте комментарии. Про соки. И подписывайтесь на наш канал. Я вам дарю сердечко и цифру 3. А Алиса вас любит и дарит вам сердечку и цифру 3. Цифру 3, потому что Алисе 3 годика, и она всем дарит свою любимую цифру пока, да? Да. Всем пока-пока. Пока. В смысле, не киска.